20 октября 2021 года. Я ставлю рекорд 29% на Conical Depression. Спустя день я на нем ставлю уже 53%. В описании я написал: прогрессы идут ручьем, и после этого я забросил его на полгода. И недавно я решил вернуться, потому что понимал, что уже набрал достаточно скилла, чтобы пройти его. Ну и как вы поняли, мне все-таки удалось закончить эту историю. Приятного просмотра. Пожалуйста. Наконец-то, спустя... Блин, эта история завершилась. Да, я прошел Conical Depression. Ай, боги, я прошел. 9800. Ой, 9800. Блин, у меня руки трясутся. Conical Depression. Давайте посчитаем. 500. 300. 300. 300. 700. Ну, короче, где-то примерно 12 тысяч. Наконец-то я прошел. Не могу поверить.